Ага. Надо тестить. Ну, на крита много дают, там, блядь. Димас, тебе нужна триня, если упадет? Надо будет взять затестить тогда, блядь. Этот... Колбач, как там, яд? Хапа, хапа. Да, яд этот. Закини стул. Я потом свою дам. Вы с моралью тогда оставайтесь на жили свете вот этой. Тогда она будет это вдвоем. Чтоб не хилила, она захилит, потому что. Ты между косты есть сбивать? Да. Ну да, на строе только кто может сбивать косты, блин. Шаман еще может. Шаман тоже ее в таргет выбьешь. Ну по очереди главное. Первый мораль, потом второй вар и третий этот шам. А то она, блядь, я как-то был, нахуй, она захилила, блядь. Фул хп, блядь. Хотя сначала чувака, а потом вдвоем одновременно надо будет захуярить. Этот уёбок ничего не кастует. Это яд парашу какой-то вешает. Яд вешает только. Мать, засмотрите на палец, прикольно, с двумя камнями падает. Топовый. Со смотрителей с ласта. С сарпой все как я люблю, бля. Там правда хаста. С ласта. Ну тоже два камушка. Ну да, чисто две дырки, блять, решают. Андрюха, тебе откатила сестра? Нет еще, 40 секунд. Ну тогда я сейчас свою прожму. А ты мне потом как откатится. А где второй, блядь? Сейчас должен встать. Так, я свою все отдал. Каст, каст, каст. Я в стане ебаном стою. Я следующий собью. Играйте в этого, в пидора, блядь, РДД. Закидывай, если откатило. Кинул. Вижу, вижу. Сколько процентов у мужика? 40. А? 40. С. Я, блядь, не слышу нихуя. Кнопку не отпускай, блядь. 29. Все, бейте в бабу просто мультидотой. Мужика. Так, по мужику теперь больше.
Бабу. Прям с интервалом, блядь, секунда нахуй упали. Ух ты, шлем. Оля, ты шо? Защита, уклонение, парирование, блядь. Красиво, нахуй. Тебе надо такой? Единственное, что не пойму, блядь, с совпадением метасокета, блядь, крит урон, блядь, нахуй. Блядь, объясните мне. Нахуй танку надо, бля, получить. Вот этот подъем куда ведет? Не знаю, но там что страж должен респавниться. Ну там зареспавнится, блядь. Ну-ка. Так, ну на шлеме попробую. Тебя вот чего все дропало? Шлем дагер. А, залупа. Давайте умирать. Сдохнем, сдохнем сейчас на трэше. А вас тоже трэш заспавнился? Да, он всегда спавнится. Просто агрите, дохните, падаем. Чё, в одну точку вставайте. Встаньте все в кучу под трэш и все умирайте. Сейчас сначала. Дагер, кстати, очень крутой, блядь, ебать. Если это на какого-то, блядь, ШД, блядь, типа для ПВП вообще, блядь, имба нахуй. Все, пошли. Именно, блядь, статы те, что надо. Критер, па, блядь, ебать, вся хуйня. И лагилы дохуя дают. Там винтовка крутая, блядь, вот это падает. Она на ханта вообще имба, блядь. На ней урона больше, чем на луке, блядь, 264-м следе, блядь. Так что у нас теперь? Смотритель, блядь? Или Погибель? Да, смотритель. Погибель не открыто. А, погибели пока квеста нету, нету, да? Да, там типа квесты на РБК, которые типа... Ну все, я понял, без погибели. Ну, она проблематичная, на самом деле, сучка, блядь. Но... Мне там супер... Супер дохуя ХП, блядь. Да ее нету, ты ее не вызовешь, потому что у тебя итема нету, понял? Я ходил в обычные эти РБКшки, типа, думал, может, тут там у них падает, нихера. Не-не-не-не-не, не будет такого. Ебать, штаны со смотрителя падают на танка, три камня на руку. Ёбаный рот, блядь. Что по поводу токенов, блядь? Если кто-то ролит один, на него падает второй, отдаем, блядь, или нет? Ну да. Я просто об этом еще разговаривал, блядь, там, пока это все не вышло. Но я не вижу просто смысла, блядь, кто-то сролит один, блядь, потом будет ходить за вторым. Ну да, а ну видишь, падает. Еще не всегда падают два на не, один. Вопросов нет, я имею в виду, если фартанет, ну, например, вот упал, например, там, один на тебя, блядь, ты его сролил, значит, если второй же на тебя упадет, тебе его дадут. Ну да, заебись, тема так-то нормально. Ну, я просто, я же не вижу смысла, блядь, у меня, например, будет один, у тебя один, охуенно. Ну да, хуйня, ебаная, конечно. Ну, блядь, так всегда было, ну, типа, это правильная тема. Даже когда ты 5 выпускали, я тоже, блядь, гильдию водил, тоже говорю, ну, блядь, типа, кто первый кусок получает, тот и второй сразу. Это, конечно, правильно. С Т5 так же было. Вот Отина забрал. Да, это, конечно, блядь, на Вара, блядь. Сет просто ебейший. Да, вар там вообще я ебу, блядь. Просто, Фурик, блядь. Если, блядь, вот сейчас в реалиях двух кусков сделать, блядь, на него армса, ебать его в рот, нахуй. Ну, сразу будет разъебывать. Был на дне. Там, там вар становится, блядь, даже просто похуй голый, у него два куска, он будет давать, я не знаю, 7к ДПСа, блядь, нажимаю, блядь, две кнопки. Да, заебись тема. Аж вара захотелось сделать, блядь. А фурик с четырьмя это вообще пиздец, ебать. Да и бронебой этот, блядь, на самом деле на фуру дохуя дает. Но бронебой актуальный будет тогда, когда у тебя будет нормальное количество либо арпы, либо, в принципе, по логике вещей, если фул забитый в силу, тоже будет сильно. Танк Т4 много на кого хороший, блядь. Ну, на Лока сильный, блядь. Ну, на мага мне не нравится, например, маг какое-то говно, блядь. Ну, только в Аркане разве что, если ляпать, или во Фросте. На Ретрика неплохой, два куска, согласен. Но Ретрик по 4 смысла не дособирать. 2 хорошо, и 2 Т10. Ну, Т10 нету, так что будет довольствоваться тем, что будет.
Ну да, ретрика классно. Ретрик тоже должен ляпать нормально, блядь. Вар, конечно, блядь, вар МС просто машина нахуй становится, блядь. Тут, блядь, тем более, если так вот собранный фул в силу, единственное, что надо с меткостью как-то вопрос решить. Потому что на Рамса надо 8%. Я как-то пару дней не играл, уезжал. Захожу в игру вчера. Что-то к вендору подбежал, начинаю смотреть шмот. Я кнопочку нажимаю, другая страница, а там сет. Смотрю, блядь, целый сет, 232. Ну да, вот да, надо дохуя. Я только вчера заметил. Я, кстати, блядь, тоже надо, я смотрел. В принципе, Т9, который на Вара, который, блядь, 4 куска. Реально хуета, блядь. А вот если собрать на него, блядь, 2 куска, нет, блядь. Или сверху спустить, или вот тут уже будем. Да вот, стоим, бьем. Артстайл ведет сюда. Можно, короче, на фурика взять плечи с этого и Т9 и перчатку, например, блядь. А то и поменять и штаны, потому что у меня ни перчатка, ни штаны не дают крита. И плечи дают, блядь, крит метки. Короче, можно подобузить арпы, подобузить крепко крита, блядь. ОД, в принципе, есть, поэтому, я думаю, можно поиграться будет с этой хуйней. Хуево, что на маге в 25-ку я в ульду ни разу не ходил. Надо будет, если у меня получится, поиграть на следующей неделе, зайти в ульду сходить обязательно. Тебе уже сказали, что мы пожарника сделали? Да, да. Заходил, разговаривал. Я с удовольствием похиливаю, надо холипалосную походку сделать. Ты машину купил, Андрюлик, понял? Поэтому, блядь, сейчас с другими вопросами занимаюсь. Надо сейчас... Пытаюсь позаказывать запчасти сразу, пока она, блядь, приплывет, пока растаможится, блядь, пока отремонтируется, чтобы уже все запчасти, вся хуйня, все было. Че хуйн, блядь, шо понаходишь на этот додж ебаный, блядь. Будет вешаться дебаф, нужно выбежать от людей, на кого повешается. Иначе шотнет весь рейд нахуй. Как он называется? Параш какая-то там, он где премиум. Ну это этот моб кидает? Ну. Какая-то перегрузка, перезарядка, какой-то, блядь, шарик какой-то ебаный. Так, хлопцы, мне надо отскочить на пару минут. Жена меня зовет на обед. Uh-huh. Этот, сначала банишь, вот это, лог какой-то, давай квазивер, большого банишь, сразу прям кастуй уже, чтобы он не прокастовал, вот. И потом, когда мелких сольем, будешь фире его кидать, на фире постоянно, чтобы он не кастовал, чтобы нам хилить не пришлось. Если лишнего сагрит, то же самое малак у второго. Все, снимай эфиры. Сразу в эфирах у ППБ. Давайте без фира лучше. Ну, два стана есть отпроводили, можно стан дать. Пусть лучше будет бить, чем этот херня страдать, бегать туда-сюда обратно. Еще косты можно сбивать. Да, давайте курнем перед смотрителем. Сейчас зальем трэш и курнем.
Это собака гроз скидывает. Угу. Идите сюда. Бань сразу. Лучше убить на всякий случай. Друг Пэт какой-то сарит из там тому подобное. Сейчас, Агарь. Даже ушли люди вроде. Не, не босс там просишь. Thank you.
все, пойдем покурим. Так, я тут. А что ты за квест дневник Медива? А это на уровне квест вроде как. Квин, а нахуй это в СПД забитый? Да я собрался покупать Т9 сейчас, сет. Вот там все в криты забью. Что-то мне жалко камней на этот шмот. Ебать, сколько там камни стоит? 100 голды, блядь? У меня 16 голды, я, блядь, все потратил. Я спеки когда менял, камни постоянно переделывал. Тем более, сейчас пала качнул. Там. Кто-то говорил, что в гильдию нужен холи пал, хилы нужны, я пошел. За день пала и за 30 косарей голды отделал на аукционе до 215-го ИВЛ. Всю голду в него слил, все, теперь надо проходку делать. Пару раз упасть, даже не будет за что починиться. А кто вышел с Диса?
5, 4, 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Надеюсь, трубин с собой выбрал. Ставь рыбу. Давайте, выходите, Софок. Андрюлик. Морали и Квина нету. Я пока в этот вдаль слетаю. Смотрите. Спрашивали, что там у наших коллег. Квин, иди рыбу ешь, давайте быстрее, время не терять. Смоните, пожалуйста. Малах, поставь шкаф. Подожди, не бафай, квазивера нет. Андрюля, как этот, будет хуйня кастова, закинешь туда свою, хорошо? Угу. А я пока свою клац. Это, ты же танчил, да? ЛПшки просто в искру, и они будут под боссом. Вас трое там не убьет, не шотнет. И все в искру играют, все РДД без исключения. Поехали. 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Андрюлик, забери босса, а? Он не тонтился. Нечаянно резче. Ты прям сорвал сильно. Побурстил, блядь. Захильте, забафайте сразу, я туда подходить пока не... Еще раз говорю, искры все. Без исключения. Когда не надо бить, я скажу. Далеко ушло. Босса с тебя уже никто не сорвет. Этот на искрах акцент делал. Да, пешки в них давай. После этой эту сливаем и следующую не бьем. Геру давай. Full DS бот.
все из круга. Блять, вот. Это что, на гроз кинул, да? Пошли к воротам, отбежим. Отбегайте сюда к воротам, мы сведем. Что, походу я сильный, блять, алё. Ты слишком много агро набираешь. У меня герой нахуй под 30-х и критует, конечно, блять, набирай. Закиньте типа, мне там сальву, блядь. А если бы он ее затаунтил искру, она бы не пошла по рейду. Мы бы ее просто с артстайлом заклеивали. Она не таунтится, только ЛПшка. Она не таунтится, так же само босс. Я имею в виду, что если бы она под боссом была, блядь, мы бы ее заклеивали под таким уроном. Ну урон только по боссу вроде как увеличивается. Да какая разница? Короче, искру ЛПшками, они не таунтятся, у них не восприимчивость. Девятую искру убиваем, десятую под боссом ее прям обязательно ЛПшки в нее, да, там или кровоотвод оставь или что. Ее заклеивают перед появлением, потом когда в ману лестнет. Ну хилы там. Маг еще глыбу нажмешь, если на тебя искра пойдет, с хп мало будет. Смотрите, не пробейте локов. Давай, Малак, сейчас кастанешь СС на нечаянно, квазивер. На этого. Поехали, поехали. На Ладомира кастанешь. Заебашьте сальву мне. Сальву. Спасибо. Ну вот, ЛПшку дал. Где? Смотритель снабжен всем необходимым для защиты галереи. Соблюдайте правила поведения в галерее. Это заклинание еще не готово. Прохилите сильнее Мелизон. Смотритель снабжен всем необходимым для защиты галереи. Малах, прожми раскол. Мне нужна цель. Смотритель снабжен всем необходимым для защиты галереи. Там, кстати, Гера, если что, нету, бля. Без Геры, значит. Соблюдайте правила поведения в галерее. Еще минута, бля. Ну, а на остальные вообще добавлюсь. Подойдет. Да она у него не откатилась просто. А. Ёб. После этой искры босс. Босс. Без Геры. Ну, отлично. Малах. Малах, раскол. Ну, ты сорвёшь. Или убеги сейчас. Убегай, 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 сейчас сорвёт. Искры заново. Дайте кто-то один по Малаху салю. Искрь побей, Малак, просто. Соблюдайте правила поведения. Искра. Искра, искры все. Для защиты.
Еще одну. Эту бьем. И этот. А, еще КД, блин. Рот и бак. А давай, хоть попал кому-то пора иду. Ну кому, давай, у кого нет. Фаза вроде на 15. Искры. Так, Вазибер в Малах расколы нажали. И по мне сальву дайте. Угу, спасибо. Даю гимн. Ваш запрос и получение обвинения будут приняты меры. Что не понял, на 2 секунды, блядь, остановил и все. Фоза. Пошла. Куда мне ставить воду? Алгалона. Алгалона? Ты когда смотришь? Ну, понедельник только на сутки. Блять, ну вообще, типа, я давал вчера этот нахуй. Короче, черче, на кто сможет в понедельник, кто сможет в воскресенье. Просто в понедельник больше всего народу будет. Mm-hmm. Типа, ну принял. Не, ну если это, ну идите в понедельник, типа, чё там? Алгалон обычный босс. Можно и в тот, и в тот день собраться, хуй знает. А, просто ну, когда да, третий статик надо же поставить. Ты, да, ты в воскресенье можешь, типа, ну, гарпать? Да. Ну, давай ставим тогда на понедельник льду, а на воскресенье ставим третью статику. Да, хорошо. Все, отлично. Че вы там девочки? Смотрителя убили. Че, тут как-то долговато, ребят. Ну, мы курили 5 минут. Кто понял жизнь, тот не спешит. Мы уже... Охотник, рыцарь смерти, мах, чернокнижник. А кто забрал, кстати, его стоки? Пока не кинул. Малах. Малах. А, где все Малах? У нас этот забрал Рогатога. Ты что, сюда, направо? Налево. А что налево? А зачем направо? Квест прислали, блядь. Ну, в идеале можно часа для поднятия репа только так. Зачем вам налево? Направо все идут, там квест, блядь. А, я да не знаю. Лучше сейчас это, дебаф. Точнее, баф. Милики не бейте. Пока вот это не пропадет. Возвращение огня. Искру лучше бейте. Я опять милики. Ну уже он. Блять, за здорового грача дают 16 репа. Еба класс. Угу. Что-то ты как-то странно пошел, ну да ладно. Больше трэша убьем.
Короче, там, смотрите, красными буквами пишет в рейд, вот эту хуйню видите? Значит, вот это где R, это значит RDD, блять. Не, это не бьют, короче. И, ну-ка, вроде могут бить. R, это значит ханты не бейте. Значит, РДД могут. Или нет? Нихуя. А, это искра. Короче, когда S пишет, тогда это... СПДшники не бьют, короче. Заклинания не кидают. А когда М пишет в конце вот этой хуйни, это получается милики не бьют, потому что им возвращают огонь. Три хуйни вешается. На самом дебафе не написано, вот в этот красный чат пишется название спыла. И последнюю букву надо смотреть. Сейчас, стойте, сейчас этот больше пройдет. Я ебу, блядь. Агенты 007, блядь. О, РДД, блядь. Ну, видите, там S написано, 2 S в конце. Я ебашу стою. Ча пропадет эта хуйня. Ебать, искра. S опять, РДДшники все стопнули. А есть у кого-то Дживс? Да есть. Сейчас там к боссу дойдем, поставишь. Там стан организуете по мелкому.
И еще. Копыта изи. Беса я не помню, там раз убиваешь, а потом чё. И в принципе там, короче, баф дает, по-моему. Я его не видел. Типа босс сильнее бьет. И рейд, и по нему типа сильнее бьешь. Да закливаем все это говно, блядь. Ну короче, беса на себя просто агришь и все. Ну а мелкие там закливаются. Он огромный берет. Книги собирайте тоже. Вот это секс. Бомба, ебать. На Хеприста, на... Да на всех, нахуй. Т9 взять и вот эту нонсе там. У кого эта перчатка? Кто-то забрал? Спиздил. Тоже хочу. Я спиздил. Все, Т9 надо взять. Че там Т9 на ШП, кто знает? По-моему, хуй там. Ну да не тот же. Надо будет почитать. Ебать. Прикосновение вампира висит на 6 секунд дольше и повышает вероятность нанесения критического удара, пытка разума на 5%. Ну, на трэш-мотке из сета дают дух. Хосты дают 2 куска грудак и штаны, поэтому такое, блядь. Хуй знает, брать, наверное, надо все равно. Квин, осторожней. Я хуй знаю, у тебя таланты на агроне вкачаны. Как-то странно у тебя получается. Вроде и ДПСа много не даешь, и... срывает. Тут, по идее, до них должен работать тоже, блядь, гнев небес. Это ж демоны, блядь. Так, давайте фулл баф, поставь Дживса. Каска, лапа, приста, баф. Да все лучше сразу починитесь. Ну тут печать ауешная, блядь, ебашишь просто, блядь. Лапу дай. Три, два,
один. Кризал. Давайте не обожрёте, пацаны. Это будет красивая победа. Что, давайте гиры с пула. Угу. Погнали, бля. Это в цепи. Свичимся, не сброс кливаем, да? Станьте плотней. Вот кто в цепях. Ну лаг сбрось игру. Закидывай. Короче, слышишь, ребят? Ставим уголоны. Я у хилов поспрашиваю, у столов, который сможет. В понедельник, да? Да? Нет, на воскресенье уголоны ставлю, а на понедельник пойдем в кару. Ага. Вот. Ну и либо там насчет кару еще решим. Пока что поставлю, наверное, понедельник. Вторник, среда еще есть. Если еще у меня БДК есть без колес. Можете, если вторник, можете без меня собраться. Можно в среду собрать. Посмотрим, можно даже вообще собрать даже две пары еще. Типа и в понедельник, и в среду. У меня есть инк, все, что я по хилу нашему. Вот. Вроде бы, я хилов поспрашивал, и в столовке вот они будут. Тогда это будет проще. Раз хилы придут, там ДДшки, я думаю, набрать вообще не будет. Ну что, в воскресенье убьем, там несложно. Алгаона? Вообще не сложно. Ну да. Все, давай, сейчас скажу, Егор вообще переставит. Андрюлик, заберись мне этого здорового уёбка. Цепи, 15 секунд. 10 секунд, 60%. Потом просто выйдешь, это и все. Я тут когда дорогой клацаю, вижу, 30 хат давал, бля. Ну да. Если в одного заливать трэш. Да не, не в одного. Просто яд очень много бьет. Все чисто в босс. Дробяха хорошая, бля, кстати. С таким успехом и Фроста можно уже будет делать. Да, ага. Грудак заебись. И грудак неплохой, но и у Миши 39-й, по-моему. Ну, 39-й лучше. Так не пылите, пожалуйста. А что ты не жмешь, на мне это надо? Ну, я лучше нажму, не откажусь. Вдруг кому-то действительно надо. Кому? Мало ли, кому. Ну, а если ты нажмешь, тебе скажут отдать, ты не сможешь отдать?
Че, распылили, что ли? Да просто залупа, нахуй тебе просто. Будь он холиком, суровым пацаном с двуручкой, блядь. Бафать ШП. Фрост, БДК, это все для годников.